60, 80 дадут. Удивите нам. Потому что в Ростове, никто не едет так, как надо. А может, в другом городе боятся шукерить. Слушай, знак на дороге. Кружочек в квадратике. Что это значит? Да, я понятия не имею. Это водитель. Мы все прям на асфальте? Да. Я вчера тоже обратил внимание. Я не понял, что это. Столько раз уже проезжал, а что это такое? Может, туда экскурсия есть? Что-то должно. Ой, а мы не были еще где. А, в следующий раз приедем задаться вопросом. Подходить еще чуть посмотреть, а там и все. На фонтанах уже 4 раза были. А вы на экскурсии были на фонтанах? Смолой невозможно. Ну, в новых парках лазили. Да, сходить, да, интересно. А так что там шара, как там помню, например. Что вы строили?
что там? Они такие. Ага, 18-13 сейчас на Великокняжеском владении. В 797 Павел I подарил своему второму сыну Константину Павловичу. Говорят, что папа получил название Константина. Ну да, во время войны полностью разрушился. Да ладно, да. Пидоры, блядь. Затем в основной столице интерьера были вот использованы с 46 по 92 год. Была Ленинградская архитектурная